Осенним холодным утром ничего не подозревающий водитель частного такси вез пассажира на адрес. Его не смутило, что 27-летнему мужчине нужно было в гаражный массив. Когда машина заехала в гаражи, молодой человек внезапно достал самодельное стреляющее устройство и выстрелил в грудь таксиста. Раненый мужчина спасся бегством, и хорошо, что по пути ему попался незнакомец. Я проезжал по этому повороту, оттуда выбежал мужчина. Подбежал ко мне, махал руками, меня стреляли. Не теряя драгоценного времени, Михаил поспешил на помощь истекающему кровью водителю. Садил его к себе на заднее сиденье и повез его, хотел в медсанчасть отвезти. Тут на Саратовском шоссе в районе 30 лет Победы встретил проезжающую скорую. Ну и решил ее догнать, чтобы это, пересадить к медикам. К счастью, врачи спасли жизнь мужчине. Сейчас он пришел в себя. Сотрудники уголовного розыска в кратчайшие сроки за несколько часов задержали подозреваемого жителя Духовницкого района. Задержанный полностью признал свою вину. Оказалось, таксист просто попался ему под горячую руку. На самом деле, мотивом злоумышленника была месть совершенно другому человеку. Я хотел завладеть его транспортным средством для того, чтобы совершить налет на один из металлоприемных пунктов, но только не с целью ограбления, а с целью просто личной мести. Мужчина признался, что сам испугался своей решительности, так как впервые занимался подобным. Возбуждено уголовное дело по статье 111, часть 2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий. Данное лицо находится в изоляторе временного содержания, с ним проводят следственные действия. Андрей Багаев, Анастасия Потапова, Александр Сокол. Весь дежурная часть. Саратов.